Всем доброго времени суток. Я на даче, и с самого утра у нас идет дождь. Мне было нечего было делать, как говорится, делать было нечего, и я сейчас вам покажу, что я создала. Ну, там за пару секунд. У меня был графин. Вот такой графин, старенький, Советского Союза, давно стоял у меня там в буфете. Привезла я в этом году такую проволочную такую гирлянду, туда кинула цветочки искусственные. И посмотрите, что у меня получилось. Вечером будет очень красиво. А еще я в спальне. Тоже у меня была такая ваза, еще вам сейчас покажу. Точно так же оформлена. Сейчас покажу. Ну вот поближе покажу. Вот так получилось. И вот такую вазочку я. Смотрите, как красиво. Тоже искусственные цветочки. И вот проволочная гирляндочка. Красота же, правда? Мне очень понравилось. Так что творите, не бойтесь экспериментировать. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!